Вы на канале «Английский структурный метод изучения». Структурный метод изучения английского языка с Натальей Алексеевной Анисимовой научит вас самостоятельно составлять предложения любой сложности и в дальнейшем бегло разговаривать на английском языке. Урок 38. Структура «Какого цвета цветок?» Какого цвета цветок? Он розовый. What color is the flower? It is pink. Какого цвета небо? Оно голубое. What color is the sky? It is blue. Какого цвета ночное небо? Ночное небо? Night sky. Night – ночь. Sky – небо. В английском языке, когда рядом два имени существительных, первое имя существительное в большинстве случаев переводится именем прилагательным на русский язык. Night sky – ночное небо. Какого цвета ночное небо? Оно черное. What color is the night sky? It is black. Какого цвета солнце? Оно желтое. What color is the sun? It is yellow. Какого цвета кольцо? Оно серебристое. What color is the ring? It is silver. Не стоит забывать о многозначности слов. В английском языке слово silver может быть именем существительным и может быть глаголом. Silver – серебро, имя существительное. To silver – глагол покрывать серебром, серебрить. А также silver может обозначать цвет и становиться именем прилагательным adjective, который отвечает на вопрос какой? Серебряный, серебристый. Какого цвета кольцо? Оно серебристое. What color is the ring? It is silver. Какого цвета волосы? Они седые. Слово «волосы» в русском языке множественное число. В английском языке это единственное число. Поэтому, когда мы говорим про волосы «они», мы переведем «it», потому что в английском это единственное число. Какого цвета волосы? Они седые. What color is the hair? It is silver. Слово «silver» здесь прилагательное, и оно может быть как «седые», «седой», «седая», так и «серебристый», «серебристая», «серебряный», «серебряная». Какого цвета кольцо? Оно золотистое. What color is the ring? It is golden. Какого цвета дерево? Оно зеленое. What color is the tree? It is green. Какого цвета лилии? Они белые. What color are the lilies? They are white. Если вам трудно произнести два слова слитно, color, color, вы можете сделать остановку. What color are the lilies? Есть такое правило. Когда слово, в нашем случае color, имеет окончание букву R, а следующее слово, в нашем случае R, начинается с гласной буквы, то буква R произносится как R, color. Какого цвета грузовики? Они красные.
What color are the lorries? They are red. Какого цвета машины? Они синие. What color are the cars? They are blue. Какого цвета яблоки? Они красные. What color are the apples? They are red. Правильно произнесите the apples. Артикль «з» перед словом, которое начинается с гласной, произносится как the. И в американском варианте языка тоже. The apples. Какого цвета яйца? Они белые. What color are the eggs? They are white. Какого цвета розы? Они желтые. What color are the roses? They are yellow. Какого цвета лампы? Они темно-синие. What color are the lamps? They are dark blue. Какого цвета ручки? Они светло-серые. What color are the pens? They are light gray. Вы были на канале «Английский структурный метод изучения». Изучая иностранные языки, помните, что самый близкий и родной – это тот язык, на котором вы думаете. Всего доброго, до свидания.